Всем привет! У нас сегодня опять две BMW. Видимо, астрологи объявили неделю BMW. Люди приехали на насадки, но остались и на звук. И там просто все шикарно. На X7 мы делаем пайп, заслонку. Здесь мы переделали банку и ставим Акрапович на осадке. Смотрим дальше, что будет со звуком. Скоро будет готово. Двухлитровый турбовый. Мы изменили конструкцию банки, это так называемый скрытый тюнинг звука. Проблем с ГАИ не должно возникать. 12.5.1 уходит мимо. И поставили насадочки Акрапович. Должно быть круто. Поехали. Замечательно, восхищен. Вот, это самое очень главное. Очень понравилось. Ради клиентов мы всегда готовы стараться. Это самое главное для нас. Это впечатление человека, который получает автомобиль. Всем пока.